Итак, я счастлив вас снова приветствовать. Продолжаем прохождение Кэриан. И как я вам обещал в прошлой серии, мы возвращаемся, так сказать. Давай, да блять, выдери ты эту хуйню, давай. Мы возвращаемся, чтобы найти область содержания, которая у нас там под замочком. И должна быть расчехлена, потому что мы с вами прошли игру не полностью, грубо говоря. Мы вообще очень далеко не полностью ее прошли, но... Ой, там чья-то жопа лежит, видели? Мы пришли очень далеко не полностью, но это не повод, конечно же, грустить, потому что мы это с вами наверстаем. В некоторые локации мы просто физически с вами не могли попадать. Почему? А потому, что у нас с вами не было возможности выдергивать анальные пробки эти, которые у нас были расставлены по всем ключевым локациям. Нам надо что-то сделать. Нам надо опять открыть вот эту вот срань. Нам нужна маленькая форма для этого. Да? Давай, размещаем. Размещаем биомассу. Давай, ползем. Я уже и забыл, каким ты маленьким шустрым бываешь, дружок. Давай. Я не понял, куда нам надо идти. Но куда-то нам точно надо. Вот там у нас дверка. Дверочка. Опа, смотри. Вот это косяк сейчас был. Ай, подожди, давай попробуем. Может быть, здесь есть вариант вырасти в большую... Нет, нет, нет варианта вырасти в большую ебаку. Нам надо возвращаться назад, выдернуть вот эту вот пробочку здесь. Возможно, она даст нам некоторый маршрут кое-куда. Куда мы с вами хотим попасть? Давай, друг, я верю в тебя. Кушаем. Кушаем и ползем. Давай, блядь, не еби мозги. Давай, 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 жирнич, ползи, ползи. Покушал, но теперь тебе надо идти. Вот этого вот возьмем с собой, гражданина. Давай. Давай, 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 возьми, возьми, возьми. Все, 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 ням-ням-ням. Закусил, поехали. Нечего долго тянуть, потому что мы с вами выдергиваем анальные пробочки и двигаемся. Ну что, что, что ты хочешь? Ты хочешь покататься здесь, да? Давай. Вот, блядь. Как ты меня бесишь, слушай, а? Оп! Ядерный реактор. Вот у нас и зона содержания подъехала, видели? Так, это срез, срез очка у нас тут работает. Мы должны пройти здесь невидимыми, да, насколько я понимаю, потому что здесь у нас какая-то хрень, похожая на мину. Если мы полезем, нас может распидорить здесь, короче, это будет очень, очень нехорошо. Пробуем маленькую форму снова. Да, блядь, давай, 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 давай. Раз. Два. Давай, ползем. Нужно найти одного какого-нибудь... одинокого человека и закусить им. Ну и дверь вот эту вот выломать здесь, потому что двери это не то, что мы с вами любим, особенно когда мы... Блядь, тихо. Тихо, 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 тихо. Мы удерживаем Q и... Что, блядь? Что это было, ёб твою мать? Видели, нет, ребят? Я видел. И я хочу сказать, что я охуел. Невидимость для этого... говнеца совершенно не проблема. Это во-первых. Почему-то. Поэтому мы что делаем? Мы с вами хаваем полностью все, что можем захавать. И ползем дальше, блять. Надеюсь, нас не распидорит в большой форме, потому что ну, это будет совсем край. Мы с вами нашли скрытую локацию, но открыть ее не в состоянии, потому что там какая-то хуйня взрывается и. Вот, в общем-то. Давай. Дергиваем нахуй. Оп.
Ох ты, ёб твою мать, смотри. Новый вид противника. Я все думал, что это мина, но это не мина нихуя, ребят. Ладно. Загадочки у нас пошли с вами. Нет, пробуем тогда в среднюю форму. Пробуем среднюю форму. Возможно, мы сюда вообще не можем пройти, потому что у нас нет необходимого навыка. Но пока об этом мы с вами не знаем, так что... А, ну конечно, да, я молодец, красава. Как я выдерну это дерьмо-то, чтобы у нас с вами был вариант проехать туда. Ай, собака, слушай, а? Вот она, собачка, что делать? Блядь, нет, ешь. Кушай, кушай, кушай. Давай, все, сожри. Ничего не оставляй. Поехали. Так, мы здесь что, открыли уже срезочку, нет? Нет, не открыли срезочку. Сейчас мы ее открываем, соответственно, и сохраняем по новой. Давай, ползи. Ты что, дурачок, что ли? Да, блядь, ну почему ты такой тупой, а? Гражданин стал необъятных размеров, и поэтому сохранись, друг. И поэтому теперь он у нас не делает то, чего должен делать. Ядерный реактор, да. Открываем. Выносим тут дверь. Выносим, я сказал. Может быть, мы можем выдернуть это дерьмо с помощью, ну вы знаете чего. Дверка пошла отсюда. Нет, это хуйня будет, мне кажется. Давай, тихонько подползаем. Ни хрена у него жирные тентакли. Ляхи прям, смотри. Мясные стали какие. Блять, нет, 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 сука! Хорошо. Выдернули. Заходим, заходим, давай. Вот этот затуп мне совершенно не нравится. Открыли дверку. Понятно, я понял, принял. И его убивают сразу же полностью всего, короче. Там какое-то копье вылазит и дает нам шот, короче. Дал шот называется. Вот так вот, да? Сохраняемся, давай. Она у меня уже задрала эта пробка, которая здесь у нас. В общем, мы помним это место. Соответственно, помним вот зону содержания, что она у нас здесь. Я пока не догоняю, как нам надо это проходить, короче, потому что, ну, блядь. Камон, ребят, я что-то реально не вдупляю, короче. Что нам надо сделать, чтобы это пройти? Пока что не понял. Дверка снова закрыта, да, сука? Ладно, сейчас мы пробуем это сейчас сохранить немножко, чтобы два раза. Ну как два раза? Чтобы четыре раза не ходить в одно и то же место. Мы с вами попробуем сохранить эту дверь открытую оттуда уже. Выдираем отсюда дверь. Двигаемся. Интересный момент с жирничем. Да, блядь, залезь ты сюда, сука, что с тобой? Блядь, вот ты урод, а. Видели, что происходит? Это ж ни в какие ворота не лезет вообще. Совсем, совсем. А если мы мелким плюнем в эту срань? А? Как вы думаете, это поможет? Пробуем последний раз, короче. Если это не помогает, то тогда я уже не знаю, что нам должно помочь. Давай, сбрасываем еще вторую форму, идем. Два мясных депозита мы оставляем здесь, короче, и идем, двигаемся. Давай, 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 дружочек. Не тяни тут резину в долгий ящик, так, соответственно. Если уже невидимость не помогает от этой херни, я даже не знаю, что тогда должно помочь в принципе вообще.
Как бы, ну тут уже наши полномочия все, как говорится. Где-то я уже такое раньше видел. Где-то мы с вами проходили такую херню, короче. Я так понимаю, что это дальше по сюжету надо идти. Давай. Нет? Нет, нахрен, короче, пробовать не будем. В козий анал просто эти попытки справиться с игрой, которая пока не хочет нас куда-то пускать. Хотя это место 100% секретное, просто может быть я не допер, как его пройти. Но туда мы должны попадать не по сюжету. Хотя, возможно, после некоторых, так сказать, апгрейдов. Потому что мы с вами жирные, и у нас какая-то есть хрень, которую мы можем делать. Ну, точнее, сможем делать в будущем, но пока что мы этого с вами делать не умеем. В общем, главное, что мы с вами нашли эту замечательную локацию с секретным с чем-то. Зона содержания номер 7, я там успел прочитать. Но, ебать мозги, как это открыть, мы будем с вами дальше. Надеюсь, мы что-то найдем здесь. Ага, вот оно, я слышу уже это говно. Слышите, да? Вот оно, это срань. Давай. Нет? Ты не можешь ее выдрать? Обидно. А, ну мы, в принципе, вернулись с вами назад. И, возможно, сейчас мы с вами... Опачки, полигон бронетехники здесь пока закрыто. Ладно, в принципе, это не страшно. Что мы с вами можем посмотреть, что у нас было дальше. В тех локациях, которые мы уже прошли, в которых были эти сраные пробки, которые нам мешали совершить все, что мы хотели с вами совершить. Сейчас мы их, соответственно, повыдергиваем. Вот как это вот, например. Что это у нас? Новые земли, топь. База Риф Левиафан. Смотрите, там тоже что-то есть. Дергаем. Давай. Давай, 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 просачиваемся. Да проходи ты уже дальше, ну. И при том, что он жирнич, он не умеет вот, вот так типа делать почему-то. Блять, нет, съешь, съешь обратно. Давай, 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 расти, расти больше. Смотри, как четко у нас просто с вами получается сегодня. Там еще было, что поделать, просто я вернусь чуть-чуть назад. Посмотрю, может быть, что-то где-то мы пропустили здесь. Ага, новая земля. Так, здесь у нас полностью мы расчехлили. Видите, красное табло. Означает, что мы набили кому-то ебло. Тупая рифма, но пусть будет. Так, давай. Попадаем, соответственно, вот сюда. Во-во-во. И куда это мы с вами попали? Какие-то непонятные совершенно отсеки. Давай, пробуем. Сато содержание тут у нас не целиком, кстати, взломанный. Давай, пробуем. Вот если бы я еще помнил вообще, куда нам надо в принципе здесь идти, было бы замечательно, но, к сожалению, я не помню. Нам придется все это с вами снова на ощупь, соответственно, проходить. Я знаю, что здесь была какая-то срань с пробкой. В каком-то из прошедших уровней мы с вами не смогли туда попасть. Именно из-за сраной пробочки, которая нам не дала этого сделать. Но сейчас мы это все исправим, надеюсь. Надо только найти ее. Ага, вот смотрите, вот здесь мы были, получается. Научились превращаться в червячков. Давай, там мы были, значит, ползем наверх. Ползем наверх. Налево закрыто. Смотрим право. Опа. Давай, сюда идем. О, смотри, видишь? Видишь значок квадратный этой херни? Мы сюда заползаем. Блять, вот это мы сделали зря, соответственно, но у нас есть вот такой вот луп, соответственно, через него пролазим и идем дальше. Давай. Твою, сука, мать. Видите прикол, да, вот этот вот, короче. Опять это дерьмо здесь ожидает. Блять, их даже две.
Ну это же пиздец, ребят, ну так нельзя, ёб твою мать. Кто так делает-то, а? Я знаю, что сейчас будет, что меня распидорит просто, я буду загружаться хуй знает где. Так, у нас с вами две. Две зоны, как минимум, которые мы не можем попасть из-за того, что у нас с вами не открыт, видимо, какой-то финальный навык, который помогает нам распидоривать. Воу. Так. База рифли Виафан. А чего? А чего? Так, ладно, хорошо. Оставляем пока как есть, потому что я уже очень давно не играл в эту замечательную игру. Месяц назад мы с вами были прошлое прохождение. Может быть, перед тем, как следующую записывать, я чуть-чуть более подробно пересмотрю, что здесь было, потому что я реально не помню. Если мы с вами что-то еще изучили. Что-то еще. Понял, принял. Не надо было сюда идти. Зачем мы сюда поперлись, я вообще не очень понимаю. На самом деле, сюда нам тоже не надо. Двигаемся отсюда. В общем, нам нужно двигаться по сюжетке, а потом возвращаться очень сильно назад. Не как я хотел сделать, то есть вернуться немножко назад по сюжетке, а возвращаться прям очень сильно назад, потому что мы с вами не можем идти туда, куда нас не пускает эта сраная мина. Залезь, дружочек. Там же есть какая-то хуйня, да? Мы же можем туда выйти, да? Да, можем. Оторвали какой-то комп непонятный. Давай. Ёб твою мать, а. Сколько же здесь всякой срани, короче. В которой реально можно запутаться, к тому же. Так. А вот это уже интересно. Там какая-то точка выхода должна быть. База рифли Фана, да? Это она и есть. Хорошо. Понял, принял. Там у нас нет варианта ничего сделать сейчас. Пробуем двигаться куда-то еще. Если вы слышите непонятные звуки на фоне, это мой кот решил раздербанить очередную подушку и немножечко помешать мне вести запись этих замечательных игр. Но что поделать? Научный центр. Статус содержания не полностью раздробленный. Давайте мы сейчас его, так сказать, доломаем все, что можно доломать. Хотя бы в этой локации. Если у нас, конечно, это получится сделать, потому что я вот ни в чем сейчас не уверен абсолютно. Давай, 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 дружочек. Оп, смотри. Оп, еще одна срань. Нашли еще одну, получается, лазеечку, да? Третья уже за эту серию, получается. Зона содержания номер 6. Выдергиваем. Ну, хотя бы это ты можешь сломать, ты уже молодец. Так, там у нас... Как-то можно попасть сюда. Это пока бесполезно. О, протиснуться. Это здесь. Мы включаем лазер, да? Мы должны быть невидимы, чтобы туда пройти. Охуенно. А как мы должны это сделать? У нас там есть вариант с водичкой-то, нет где-то? А, есть. Нормально. Раз. Два. Мы вылазим. Тихо. Оу. Я понял.
Кажется, я понял, зачем это нужно. Ладно. Делаем вот так. Ай, мать твою. Вот так еще надо сделать. Соответственно, возвращаемся назад. Хоть одну сегодня секреточку мы с вами расчехлим. Давай. Сожри одну хотя бы. Да, нам нужна с этого чисто одна штука, короче, друганоид. Давай. Или пажи, или что-то я не понял, короче, как это работает. Сейчас посмотрим. Тихо. Неправильно. Неправильно. Давай. Слышали, да, этот сигнал? Это значит, что нам пора завязывать сегодня. Но... только пока. Давай, залазим. Залазим, дружочек. Пробуем проходить нормально все это дело. Давай. Зачем я это сделал сейчас? Опа, вот зачем. Видели, да? Называется интеллект, пацаны. Давай, жри быстрее. Все, молодец, красава. Хуяк. Все. Повышает максимальный запас энергии. Вот это сейчас было шикарно, я хочу сказать. Вот это мы молодцы с вами. Все. Двигаемся, получается, на выход. Забираем с вами наш мясной депозит. Давай. Потому что мы должны быть большими и страшными на всякий случай. Все, статус уничтожен. Мы сломали с вами все, что можно было сделать хотя бы в одной из локаций. Продолжение будет уже в следующей серии. Подписывайтесь, что-нибудь пишите, жмите пальчики. Всем до скорого и до новых встреч.